Я нашел план ИД-6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Всем привет! Вы на канале Gigabyte TV. И мы продолжаем проходить метро 2033. Узнаем, что будет дальше в истории Артема. Но кто видел конец последней серии, то есть в библиотеке мы выбрались абсолютно сухим. Сухими. Там немножко, конечно. Библиотекарь — страшное создание. Что у нас здесь? База Спарта. А, ну, конечно, и здесь все продается. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. О. А можно просто забрать что-нибудь? Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Можно заменить. Бесплатно, что ли? Знал бы ты, как за это приходится платить. Вот это что-то прикольный калаш. Такая у меня есть. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Калаш попробовать заменить. Но у некоторых еще своя война была. Тюнинг нужен, да? Что раз мы уже отвечали так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махай на все рукой. Подборки еще долго на связь выходили. Бесплатно. Вы посмотрите-ка. Круто. Ой, ну и деньги были. Как вспомню дрожь. Нет, этот. Здесь дуло удлиненное. Вот, все, да? Попробуем с тем калашом походить. О. Привет, Артём! Привет, рубака. Упражняюсь тут, как видишь. Чё ты, мастер? Смотрите, как у него круто все получается. Прям волшебник. Но нас ждут дальше приключения. О, Хан, да? Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Ты что, пришел сюда высказаться? Это что за свет? О. Заметка. Прочитаем на паузе. Ну чё? Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Да пойдем, конечно, чё. Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот! Ух ты. Ровно колов. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. А мне скажешь идти через трущобы, через библиотекари? Или через монстров? И чё? Чё мне это делать? Тоже по коням. Ну что ж,
Думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Хан, ты многословен прям. Пластинка у тебя что-то одна и та же. А что, мы не поедем на бибике? Походу не поедем. А здесь другая бибика. Это подвал из старого храма. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми не перестали. И еще там видели какую-то хрень, что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял и не помнит, как это случилось. Что случилось? Отрубился Артём. Я зря, да, посмотрел? Давай. Ну, а нет. Вроде очнись, дошел. Артём, очнись. Слава богу, он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично, тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. А что, отключись, а? Управление разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Да. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Упыри! Огонь! Так, я их лучше так вот потихоньку жечь. Сколько их этих курьеров?
Все. Ох ты. Мимо! Черт! Скорее! Аномалия совсем рядом! Вот дрянь! Давай, давай! Или мы все трупы! Получилось! Готово! Ворота открываются! Давай, давай! Сука! Да, давай, поехали! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда! Никто не хотел. Пушка. Ладно, забрались. Впереди еще долгий. Д6 сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Ладно. Давай посмотрим, что там. Качусь. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артём, Володя, вы со мной. За дело. А куда что, нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое? Перекурчик объявил. Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела. Ты хоть бы сейф открыл. Это как обычно, ключ будет где-нибудь... Дальше. Все. Тут кто-то совсем новый скелет обрел. Может, возьмем с собой? Вон обрелки. Ульма, хватит балагурить. Вернемся домой, будем зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ Гейрисус, так точно. А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощёлкай выключателями. Какими тебе выключателями пощёлкать? Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, слово «Л». Исследую. Сейчас пощёлкаем. Не суетитесь. Артём, осмотри комнату, живо! Какую комнату осмотреть? Я как понимаю, наверное, сюда придется идти, не? Какие звуки ужасные. На, вот и ключик. Пойдемте, наверное, сейф, да, откроем побыстренько.
совсем маленький навар, но выбирать не приходится. Так, и чё? Мне туда нельзя. А. Дверку бы вот за собой закрыл бы. Артём. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А темно и Б страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Ну, это на счастье. Здесь будет больно. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Они вот на меня все агрятся. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло. За мной. Товарищ полковник, не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Заметочка. Тут воняет так, что уже не выходило. Это от твоих шуток. Просто не лучше. Блин, всех в преисподнюю. Еще лучше. Смотри! Ничего, все на меня грится. Больше других людей нет. Умрем красиво! Тут пусто. Сколько здесь таких тоннелей? Всех. Мы их уделали. Надо же. Ну как иначе? Игра продолжается. Теперь я, да? Сверху!
Что это? Все. За что? Что ж ты? Первый ушел. Степан. Заметочка. Оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Проклятые твари. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минут. Покажи класс. Что ты там колдуешь? Еще секундочку. Экстрасенс. Открыто. Не иначе. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Чуть что сразу, Ульман? Несправедливо. Я тебя понимаю. Все чисто, заходим. Давай. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Что-то место какое-то большое, огромное. Как бы здесь... Ну и что теперь? Опять не пришлось сражаться. Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Чёртовы! Осторожней! Тихонько. Все? Быстрее, к выходу! К входу. Проклятие, огонь! Вы стреляйте, стреляйте! Отсюда. Вперед, вперед, не останавливаться! Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Ну что? Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. О, опять колдун. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Колдун. Артём, осмотри комнату. Живо.
какую комнату? Ну да. А как же Урман? Артём, с тобой все в порядке? Я не уверен. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Че это за коконы? О, паучки. Паучки. Здесь, наверное, так вот отлично. Паутину жечь. И фонарик. Что-то прям припасов дают. Огня боится. Ой, фу, свет. Можно снять, да, наверное. Закрытый сейф. А где? Там была лестница. Главное. Ух ты! Ты вообще где? Зарядить фонарик. Так, значит, нам надо вниз. Вспомнить, где еще. Тихо стало. Вот здесь вот сейф. Значит, вниз. Чего у вас тут так мало? Жечь паутину. Сколько их тут? Интересно, они бесконечно. Сверху они вроде кончились.
Где-то. Куда я спустился? Сюда. Грибочек. Неужели эти ножи пауки прогрызли? Заметочка. Последняя заметочка про пещеру. Себе сколько их там прибежало по мою душу. Сюда! Да, слава богу, живой все-таки. Степана убили. Степу. Нихуя. Дьявол! Тише, тише. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Что на нас? Оттуда идет. Что за... Так, так, так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Я пока тут по мародеру, мародером вообще буду. Ничего. Дрянное у меня чувство. Давайте нажмем на кнопочки и поехали. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Почему у меня красная лучка? А у тебя зеленый. Ну, почему мы ей не предложили выбрать? Тишечка, да. Следующая остановка — командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Не знаю. И не узнаем. Противогазы, быстро! Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать.
Артём со мной. Есть, есть, товарищ главный командир. Давайте в следующей серии узнаем, дойдем ли мы до командного центра или до командного пульта управления. Там тоже какие-то составы стоят. Через туман, через яд, наверное, ничего не видно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и скоро увидимся. До скорых встреч. Пока-пока.